за посылкой. Правда, не помню, откуда она. Ой, тут народу много. Здрасте. Здравствуй, Сереж. Здорово. У тебя нормально? Пойдет. Ты опять снимаешь, да? Ты что, за посылкой? А? За посылкой? Нет, нет, оплатить. Ну что, ждем в очередь, Владимир Иванович. Видишь, народу сколько много. Много народа. Ждем. Ты очередь занял? Владимир Иванович, очередь занял? А? За тобой? Вот задержись за ним. Серега тоже. Долго ждать придется, я долго. Может, потом приедем? А, Владимир Иванович? Что, ждать будем? Конечно! Да тут долго, наверное. Может, мы тоже сейчас здесь получим в левой кассе? А у тебя есть значение? У них здесь все уже зафиксировано. Мария, вы у тебя тоже можно, да? А. Мы сейчас здесь тоже тогда получим, Владимир Иванович. У Марины. Ноги надо парить, ноги замерзли, Саня. Ты, Сереж, что, платишь? А что там? Сзади. Платишь? Сзади. Извещение. Что там сзади? Извещение. А ну-ка, покажи. Вот, смотри. Ты коммунальный, нет, Сереж? Ты коммунальный как... платишь? Да. А ты что? А мы посылку получаем. Какую? Твою? Квадратную, Владимир Иванович. Без процентов, Мариночка. Проценты везде надо, Сереж, отдавать. А почему? Ну потому что сейчас такие законы. Какие законы? Ну, такие. Ты все законы знаешь? Практически. Лен. Практически все знаю. Ну какие законы знаешь? Абсолютно любые, серые. Шумает? Нет. Анюка, шумает. Мы стоим в очереди, считай. За вами вместе.
Иди, Владимир Иванович. Приказывай. А? Говори ему. Что там у тебя? Ничего. Говори ему. Да он слышит. Сань. Он слышит. Ты пошел, Сереж, все? Ага. Ну давай. А ты? Да мы сейчас тоже поедем. Куда? Посылку Владимир Иванович повезем. На чем? На велосипеде. На машине? 3334. Там не две, Марин? Две. Две. Одну мне прислали, сейчас тебе покажу, что там есть. Сейчас ко мне поедем домой. Распечатай вы деньги, поделим. Какие деньги? Тут посылка, тут одна моя. Это мне прислали нарды и четки. Икону прислали, Владимир Иванович, какую я заказывал. Ты думаешь, там деньги? А? Владимир Иванович. Дядь Володь. Деньги хочешь, да? Все хотят. Спасибо. Код, пароль.